Три рецепта тибетской медицины для очистки крови. Тибетские врачи уверены, что профилактика многих заболеваний начинается с очищения. И прежде всего с очищения крови, наличие в которой инородных компонентов пагубно сказывается на состоянии всего организма. Предлагаем вашему вниманию три самых актуальных рецепта тибетской медицины, которые помогут эффективно очистить кровь и сделают вас здоровее. Рецепт номер один. Очищение лимфатической системы чистотелом. Лимфатическая система выводит из организма патогенные микроорганизмы и токсины, что способствует укреплению иммунитета. Стоит ей только сбиться, и это тут же скажется на самочувствии человека. У него станет проявляться отечность, склонность к лишнему весу. Чтобы избежать этого, лимфатической системе необходимо помогать. Необходимо приготовить лечебную настойку из чистотела. Траву чистотела измельчить и отжать сок. Процедить, развести спиртом. В пропорции на 900 граммов травы 140 миллилитров медицинского спирта. Хранить в сухом и прохладном месте. Схема применения настойки. 1 капля перед завтраком, 2 капли перед обедом, 3 капли перед ужином. Увеличивать перед каждым приемом пищи, пока количество капель не дойдет до 15. После этого снижать их количество в обратном порядке до 1 капли. Также ежедневно до еды следует выпивать 200 мл свежевыжатого морковного или яблочного сока со свекольным в пропорции 4 к 1. Такая процедура способствует очищению кожи, нормализации давления, профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Рецепт номер два. Очистить кровь помогут имбирь и рябина. Загрязненная токсинами кровь проявляется на коже всевозможными высыпаниями, поэтому так важно периодически чистить ее. С этой целью хорошо трижды в день принимать по 2 грамма сухого порошка имбиря. Для очищения крови следует включать в свое меню щавель, красную смородину и черноплодную рябину. Но чемпионом является чеснок. Зубчик чеснока измельчить, залить одним стаканом некипяченой воды. Настоять ночь. Утром до завтрака выпить воду, предварительно убрав из нее чеснок. Курс лечения – месяц. Рецепт номер три. Чеснок – лучший чистильщик сердечно-сосудистой системы. Чеснок не зря славится своими бактерицидными свойствами. Он единственный может одновременно почистить кровь, лимфу и сосуды. Рецепт приготовления лечебной настойки. 350 граммов нарезанного чеснока залить 200 мл спирта. Плотно закрыть и дать настояться в сухом и теплом месте 10 дней, после чего процедить и отжать. Полученный сок настоять еще 2 дня. Принимать настойку по каплям вместе с кипяченым молоком. Схема приема лечебной чесночной настойки. Первый день приема. На завтрак добавить в 50 мл молока 1 каплю настойки. На обед 2, на ужин 3. Второй день приема. На завтрак добавить в 50 мл молока 4 капли настойки, на обед 5 и на ужин 6. Дальше принимать по такой же схеме, увеличивая по 1 капле, пока их количество не достигнет 15. Затем начать снижать до первоначальной дозы. В дальнейшем принимать по 25 капель на 50 граммов молока, пока не закончится настойка. Эта процедура помогает очистить сосуды и укрепить здоровье. Повторить рекомендуется через 5 лет. Источник – интернет. Будьте здоровы!